Белорусские предприятия более чем на треть увеличили закупки полимерной продукции на биржевых торгах. Рост показателей связан с активным развитием данного сегмента биржевого товарного рынка. В частности, в этом году на площадке БУТБ аккредитовался целый ряд новых поставщиков полимерных изделий из Беларуси и из-за рубежа. Исходя из структуры сделок, наибольшим спросом у отечественных предприятий пользуется полимерная упаковка. На нее пришлось 19% продаж. В тройку самых популярных товарных позиций также вошла коллагеновая оболочка и пластиковые контейнеры.